Всем привет, с вами Информ ТВ. Юлия Меньшова сегодня утром вышла на связь с поклонниками и напомнила, что уже завтра состоятся похороны ее отца. Также она отметила, что режиссера будут отпевать в храме. Его супруга Вера Алентова долгие годы уговаривала мужа обвенчаться в церкви. Вера Валентиновна является человеком верующим, тогда как режиссер был даже не крещен. Впрочем, Меньшов все же поддался на уговоры любимой жены и принял православие. Так что хоронить великого режиссера будут по всем канонам, как об этом мечтала Вера Валентиновна. А слова Юлии Меньшовой растрогали всех. Цитата. «Папа всю жизнь любил настенные художественные календари. Затеяв большую семейную фотосессию в декабре 2020-го, у меня был тайный план. Я хотела из полученных фото сделать для него большой перекидной календарь. Этот новогодний подарок удался в полной мере. Папа был очень доволен и рад. Спустя полгода я уже немного подзабыла, как именно отбирала кадры, распределяя их по месяцам. Но вчера, заехав в квартиру родителей, наткнулась глазами на замерший на календаре июнь и почти автоматически перекинула страничку. А там оказалась именно эта фотография, которая теперь мне кажется символом нашего прощания. Папа растворяется в вечности любви. Далеко не только моей. Всех, кто сегодня горюет. Всех, кому он подарил радость, надежду и утешение своими фильмами. Всех, для кого он стал примером человеческой искренности и цельности натуры. Завтра, 8 июля, в 11 часов в Доме киносоюза кинематографистов пройдет гражданская панихида. В 14 – отпевание в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе. И в 16 – похороны на Новодевичьем кладбище. По скриптум: «Папа, в эти дни Москва безоговорочно верит слезам. И местом твоего упокоения станет кладбище, куда ты совсем мальчишкой приходил и, замирая от благоговения, читал имена на памятниках. Чехов, Станиславский, Шостакович. Теперь и ты в их ряду. Так хочется тебе позвонить и рассказать об этом. Ты бы точно в ответ присвистнул, ёшкин кот». Напомним, Владимир Меньшов ушел из жизни 5 июля после 2 недель тяжелой борьбы с коронавирусом. В данный момент за жизнь борется супруга Меньшова, которая находится в реанимации, и ее состояние оценивается как среднетяжелое. На похоронах Алентовой явно не будет. Говорить о выздоровлении, а уж тем более о выписке из больницы, пока что рано. Пожелаем ей здоровья.